Многодетная мама Мария Одинцова в Куйбышевском районе проживает много лет. Говорит, вместе с соседями давно мечтали преобразить пустырь, расположенный во дворе домов 10, 12 и 20 по улице Егорова. В прошлом году здесь появилась комбинированная площадка для игры в футбол и баскетбол, которую тут же облюбовали старшие сыновья Марии. А теперь появление детской площадки с нетерпением ждет младшая дочка Алиса. Работы начались этим летом по губернаторскому проекту содействия. Когда 10% от стоимости работ вносят жители, остальное оплачивают из региональной и городской казны. Начали собирать средства на софинансирование. Очень большой отклик жителей был вообще по району. Все хотели облагородить и прийти вот к какому-то общему решению. Тут сейчас район все молодеет и молодеет. Если раньше было, и раньше-то было много детей, а сейчас и приобретают квартиры. Тут район очень такой живой, молодой, много очень детей, много многодетных семей. Согласно проекту, площадка будет поделена на две зоны. Одна для подростков с турниками для воркаута, вторая для детей помладше с качелями и лестницами. Сейчас сотрудники подрядной организации уже оборудовали тротуары и приступили к установке так называемых МАФов, после чего на территории будет уложено антитравматичное резиновое покрытие. Здесь ничего не было, просто пустырь. Мы тут полностью и демонтаж, и монтаж. То есть строили дорожки, площадки, тут две площадки. На одной площадке будет детская площадка, где двойные качели и маленькая спортивная площадка. А за мной, который строит парни, там будет воркаут. Там в основном турники для пресса. Будет резиновое покрытие у детей. Толщина будет большая, 4 сантиметра для безопасности, а у взрослых сантиметровая. По словам районных властей, чем активнее жители, тем проще делать дворы уютнее и лучше. Выполнение работ по благоустройству лучше всего там, где больше всего вовлечены жители. И чем больше от них желания и взаимодействия с ТОСом, также с нами, тем лучше проекты получаются. В программе содействия также есть отдельный показатель, как комплексное развитие территории. Поэтому мы всегда за продолжать развивать площадки, чтобы было больше благополучателей. После установки МАФов здесь появятся лавочки, урны, а газоны засыпят привезенным черноземом, чтобы жители совместно с сотрудниками ТОС смогли обустроить клумбы. Всего этим летом в Куйбышевском районе по проекту содействия отремонтировали 3 двора. В поселке Завидово провели освещение, установили 110 фонарей, а в одном из дворов сделали ограждение газона. По программе формирования комфортной городской среды привели в порядок 3 двора, а также сделали новые внутриквартальные проезды и тротуары в 12 дворах. Виктория Шара и Петр Паламеев. События.